в ладошке наживу. Надо было колонку взять. Идем такие, блядь. Сейчас, блядь, покажем китайцам, как играть надо. Они там вообще никак не могут. Мне лишь бы не сломаться. Но они слабенькие, по-моему. Да. А куда мне встать-то, чтобы меня не сбили? Давай разомнемся. Как стать разминка? 5 минут. Куда мне лучше встать, чтобы меня не сбили? Вот тут стой. На травку. А вдруг мячик в меня прилетит? Уворачивайся от него, значит. Ну, дешевый, крутая. Деликатный. Да? Так, у меня сцепление плохое. Тут подскользнуться можно, слышишь? О, какие улитки большие. Блин, поясница болит, сука, господи, я здесь старый. Куда у меня, блин, поясница просто хрустнула. Ой, мужичка, возьмет третьего за нас. Посыпа отдавай. Почему? Смотри, да он тут ура. Игорь, нас? Да, да. Два на два, он говорит. Окей. Ну, брат, я сильно не бегаю. Ну все, я вообще, я не знаю, я не бегал полгода вообще. Только на велике катался. Тоже только. Вот я так давно не играл, что ничего не могу.
pain, which I don't think I need. Ну вы агрессивнее как-то. Как этот просто как флэш пробежал. Да нет, я не знаю. Он куда? Да. Где-то, а помню, я не помню, где-то.
Они не идут в обход, видишь? Да. Они ее как-то снимают. Ты его голову, иди, я не бежа. Дом день, дом день. Почти. Почти. А, короче, это того, да? Нормально. Терпи. Почти. Не надо тебе бежать. Ха-ха-ха.
Да ёб твою мать, я даже в упор не могу забить. Что это? Он отскакивает не туда. Лимей. Хуи. А ты чего? Ребят, соберись давай. Что из Have Six? Maybe. Maybe. Из этого не летит. Делай эту поправку. Сейчас где-то плюс 30, да? Наверное. А вы счет-то запоминаете? Пример. У нас 8. Изи бол. Оп. Что-два. До 10, да? Потом можно перерыв сделать. Еще одну партию потом. Что вы хотите сказать после игры? О, это было жарко. Не в плане игры, а в плане погоды. А как соперники? Немножко стеснительные, да? Молодые и неопытные. Ну, какие-то преимущества у вас были перед ними? Опыт, возраст, мудрость, скилл. Угу. И еще многое другое. Это тебе, воздушный поцелуй. Это брат будет смотреть. Я там искупался в кране. Вы что можете сказать о соперниках? Они молодые, они не знают усталости. Угу. Они выглядят на 14, наверное, лет 40. Да не, вообще молодые. Вот этот вот, вот вам вот этого надо взять. Он плюс-минус более по возрасту. Ну, где-то, наверное, там 23. Может, плюс 30? Как вы думаете, следующая игра, как с каким счетом будет? Я думаю, если мы затянем, они нас... Что? Подвыебут? Потому что они, видимо, им вообще... Они даже не вспотели вроде. Это мы такие. Все сырые, мокрые. В целом, как настрой? Нормально. Вот этого-то возьмите паренька. Так он сейчас будет играть, они по очереди, я так понял. А-а-а. Еще одну партию, мыться и все, нахуй. Сколько времени? 12 часов? Блин, ну такое чувство, как будто уже вообще часа 3, что-то так время как-то медленно. Встаем рано.
попить, не касается. Very good. Только на голову не лезь. Какие тычинки. Где-то что? Что, можно начинать? Она окей? Почти. Тут можно лечь пока. Да-да-да, какой интересный куст. Да, можно быть и думаю, может, двое. Давай, в принципе, сидим с двух сторон. Раз, два, три. Давай. Ой, аккуратнее. Вот, сразу. Оп, тут! И знаешь, у них не ботиночки. Оп, сразу, давай. Один встаем. Я говорю, вы устали? Говорит, нет. Играй, играй. Бро. Последнюю партию надо выучить. Может, они какие-нибудь профессионалы, полупрофессионалы. Давай опять взаимно, у него жестко, да? Раз, два, три. Дай трёх, она попозже.
никого не напоминает. Путь нашего президента, например. Я сейчас разъебу, короче, надо пожескочить прям.笑吗？笑，先笑，他看不起你。 要不要先打一个地方先？
Ну что, выиграли? Да. 2-2 получается. Ой. 2-0. А, 2-0. Молодцы. Что-то хотите сказать после игры? Занимайтесь спортом, друзья. Тренируйтесь. Не курите сигарету, траву. Наркотики. Спорт – это жизнь. Надо сейчас мне набрать эти две бутылки пустые, не убирай их. Брат, твой телефон убираю к себе. Пойдем, полежишь дома. Okay, thank you for the game. Goodbye. Goodbye.